жесткий, типа уровень хила. То есть вырубаешь вообще все рейд фреймы, вырубаешь хп над игроками полоски. Смотришь, по кому ударил. И по полоскам берешь таргет и хилишь кнопками. Вот это сильно. Ужас. Вот это нормально. Не, если можно написать макрос такой на маусовере, но это к науфе эти РБГ хилы. Да, это хилы уровня этого. Уровня офы. Слушай, я думаю, в дальнейшем, типа, хай скилл это когда ты просто на ощупь определяешь, у кого хп меньше. Ты вырубаешь по заранее начинаешь, смотришь по анимации, в кого. Монитор вырубаешь, да, там. Так, дрыщ, ты где? Я, кстати, ЦЛК за шамана закрытыми глазами хилил когда-то. Да, хороший был. Что делаете? Артуем. Так, играем в тело. Донт, расскажешь? Как так? А ты встанешь, Донт? Перебежали. Беги, малышка, ну, куда? Беги. В руку сыграли? А ты вообще без бафа был или что с тобой? Так, в руку сыграли, чё вы? О-о-о. Блядь, сейчас будем по тактике бить вообще через фул руку. Идеальный БР Исполина, Карас, БР Хрипатова. А, вижу. Окей, все, Карас, БР Хрипатова. Сыграли все в руку все свичнулись. Быстро, милики, я вижу, кто не бьет. Алло. Айнан. Вы... Так, все, в руку доиграли? Хрипа, да, давай, реса и Хрипатова. Я уже реснул Хрипатова, он не хочет вставать. Он реснулся и умер, убил его сразу. Ну, Берни еще раз его. Хрипатова. Дайте бафы ему, чтобы он не умер. Приста баф дали? Гасни, приста баф. В руку все свичнулись? В руку все свичнулись, быстро. Нет, а ты от природы поставил. Самое главное, блядь, вы нанесли руке, блин, больше урона, чем когда мы в нее не свичились, типа, это супер тупо. Все, давайте, в тело. Блядь, ну это пиздец, он просто меня два раза тыкнул. Ты просто не выбежал с луча, что ты рассказываешь. Еще здесь это, смотри. Дискон? Нет. В руку сыграли? В руку, быстро, в руку, все. Вон, смотри, ударная волна 2536. У меня хп меньше. Так, идеально, ты развиснешь? Нет, походу. Ладно, похуй, холи пал, на тебе этот... Так, хайпер забирай. По два стака, не будем напрягать холипала. В руку сыграли? Блядь, милизона. Через левую руку сыграйте. Потом. Там 20 тысяч. Играйте в левую руку, пизду там кто умрет. Чё меня... Заебись волной. Так, давайте в левую руку. Бомжей сдайте, есть? Ура, мы брали! Всё, победа. Ебать, я жесткий, топ-1 хпс, бля, пиздец. Хорош. Да, не делай так лучше больше. Нихуя себе. В натуре зорки машина. А че вы резаете так? Поднимайте масс резом. Встали, полетели. Ну ладно. Подожди, мне можно этот, если нам и никому не надо? А кого, что там упало? Ну куда крит хаст такая? Быстро, беги дальше, хиль, я буду трэш бить. Кисти рук, ткань. А Слуги. Можно мне левую руку? Не, забирай, мне не нужна. Там боешка, кстати. Левую руку. У меня нету боешки. Раз вроде. Так, хилы есть? Алло, похильте меня. Не, сейчас мага резу. Да зачем, блядь, ну слушай, ну что? Так инту бафать, пацаны, блядь, больше никто не бафнет. Да, похуй вообще. Бой начали. Ой. Уже 800 УД полутали. А им кайшу дрищу давать, да.
Нет, крента чуть-чуть крита дает. Лучше бы чуть-чуть скилла давала. Я тупо один фпс на глубера не буду. Потому что инта была? Да, из-за этого. Тогда нормально. Женщину сначала будем бить или надо? Где она? Она уходит. А пошлите на Хадера. А, Хадер. А как же я бью женщин и детей? Потому что я пересылочек, потому что сильно. Угу. Потому что калагарно умираем. Че там идеально? Как это дело? Заходишь? Нет? Захожу. Сейчас. Тут осколки валаниров падают со всех сторон, пока тебя нет. В сундуке что-то что-то. А, слушайте, реально, они сломали протопала. Теперь в корне он не бьет. Снимите корни. Какого протопала сломали? Почему здесь протопала корни? Ну вот так. Типа, вот теперь в оковы протопал не бьет своими обилками. Ни в маговские оковы, ни в корни, ни во что. То есть вот нельзя применить к этой цели. Ни молотком, ни щитом. Ну, правильно. Чего вообще протопали, блядь? Так, только давайте аккуратненько, аккуратненько. Тут в инвизе не обязательно идти, тут главное обойти просто стороной. Главное аккуратненько. Шо, бойня. Теперь мы будем бить этого Калагарна по другой тактике. Я вижу, у нас уже рейд не сильнее пуга рейда. Мы будем играть через руку. Так, а что это? Ну типа, Донт умер от ударной волны с пула. Это как вообще? Я не могу себе представить. Все развиваются, Донт слабеет. Нет, это осуждаемые люди, которые не дали ему баф. Я горн дал. Ой, блядь. Мои полномочия, все. Да ну зачем вы это пулите, ну? Блядь, вот это, не злите меня. Ну в плане это, не так. Все, вот здесь стоим, только чуть-чуть дальше отведи еще. Ну, я бы вам посоветовал не бить никому, потому что вы умрете, если будете продолжать бить. Нот бьет уже все. Отводи еще, отводи. Ну, кто захотел, тот умер. Кто не захотел, тот живой еще. А комбат будет, если я сейчас встану? Скорее всего. Да. Блин, а почему ты не забанишь ни одного моба? Что-то кушать захотелось. Я забанил одного. Ну, получается, не того. И вот он сейчас живой прибежал. А, ну тут карась еще прохилить. А как вы умерли на хилах? Идеальный, поднимай. Забери с идеального сейчас. Повернул просто к нам. Я пока не могу прочитать это заклинание.
А может реально нахуй палец влево бегал? Вы вставайте, бегите. Кто быстро бегает, кто медленно бегает. Там есть подозрение, что не будет работать. Телепорт? Почему? Комбат висит у себя. Не, комбат не висит, все нормально, можно заходить, вставайте. Да не, лежите уже, мы уже добили пох. Уже у нас лес есть, кстати. Угу. Прикольно, вся гильдия почти в игре. Кроме Альмерии. И Мурчальки. Он мел. Кто такой Мурчалька? Кто такой вообще Мурчалька, да? Хуй. Это чей-то твин, по-моему. Саня взял кого-то с собой. А, да-да-да, чей-то Кент. У нас там джиклипуповский твин висит, его тоже нужно удалить. Вообще не знаю, кто это. Так, Ян, ты мастер? Вижу, все. Да, но я не знаю, достанет ли он это все. Да, он до себя достанет, да. Приятная вещь. Бля, тут ее в монтаре, он будет агриться, если... Так, суммоним рейд, быстренько. Пошли, не бойся, Волк, я тотем поставлю, если что. Кого? Не надо ничего ставить, мы сейчас всех суммоним. Главное, ничего не спульте лишнего. Сука, мы тут о своем. Понял. Я в туалет иду. Не уходи, стой. Встаньте. Понятно. Протыкивайте, что вы за фкшите? Все здесь. А уже да. Пидорас из Телеклаба со своим сервисным сбором. Так, HyperX. Мне страшно за тебя. Ну, будем надеяться, что ты ДКшкой выдержишь игру. Так, а у кого Фростаура? Отдайте ее мне. Отпустите. Зорки. Зорки, давай. Так я нажму. Нет, ты отпустишь. Ладно, тьму поставлю. О, нормально, скидос есть. Так, Вовбро, дрыщ, зорки есть. Тут? Вовбро, дрыщ. Блять, кто-то спулил, ну как же вы съебали? ДБМ пула не было, пожалуй, понятно все. Строили. Да даже РЧ у нас половина людей не приняла. А можем не успеть, блядь. Ну это вряд ли, это прям, может, совсем борода будет, конечно. Рич умер, блядь. Кто там с этим бафом? Я был. Там стаби, да? Давайте Геру. Ну, смотрите, двигайтесь, блядь. Бля, кто пробежал? Бля, я уже не буду вам анонсить. Вышли с больших. А почему три больших стало? Короче, доигрываем в босса, наверное. Мало вспышек. Где-то костер есть, хуеть. Да, поддерживайте главные стаки костров.
Берегитесь. Зашли. Добиваем. Что за шмотки, что за шмотки? Поесть, запа есть? Запов нет. Зря только шаманом пошел. Да и похуй. Аккуратно, не спускайтесь, не спускайтесь, стоим тут. Ой, можно щит на транс или да пацану обоешь? Порезать. Пацаны, блин, на диване побоешь, блин. А маг куда-то спит, а я еще лезну. Донт, а можно этот токен на ДК? Если никому не нужно. Мне на офспек. Так, о, поехали, пуляйте, пошлите вниз. А, кому токен на ДК дать? Диер. Мне давай тогда я себе шаму буду собирать на всякий пожарный, если не нужен. Донту? Фу, блин, на ДК кому токен я имею в виду? Диер. ДК вторая пачка. Лишня, можешь подойти? Шлите все сейчас сюда, а обратно к этому. Донт. Будем здесь пулять. Печеньку все стали, быстро. Спасибо. Так, мы есть ко входу, к обвалившейся. Все прибежали сюда. Так, ДКшка, тебе нужно будет с пула прожаться, как только на тебя кошки прыгнут. Вот, они на тебя летят, ты прожимаешься. Или когда они к тебе подходят. Дрыщ СС на HyperX. Ты почему еще не спишь, а? Ну, мам! С чего вы себе щит? Так, стакнулись печеньку? Нормально, стакнулись только. Извините, меня мама просто была. Да ничего. Зорки, у тебя массакра есть? Не. Дрыщ шкаф. HyperX, пока не пуляй. Наконец. Главное, протыкайте, стоп лут. А кого не хватает у нас? Гудлика. Гудлик, ты да? Принял? Все, пуляй. Пуляй. Пуляй и прожимайся. Прожался. Вы, конечно, делаешь. Массакру, если зорки есть, давай. Нет. Могу. Так, забери, пожалуйста, босса с розы. Идеальный БР. А заберите босса в принципе. Берегитесь. Твоему босса танчите. Вобро. ДКшка, алло, ты во фрост стойке или что? Хайпер. Стаунти босса. Дрыщ, раскол, дай, седай на пул в HyperX. Да, резня. Моба собирать? Что с ним? Вышли все сюда. Печеньку стакнулись? Кучнее станьте, кучнее в печеньку. Он сейчас будет прыгать, кошка, как ебанутая. Главное, зорки умудрился умереть на обоих персонажах. Ну, у меня, блядь, напали, съела эта кошка, блядь. Я побежал на магии, меня фернуло в ужин, блядь. Да и был блок тебе. Глыбу надо было нажать. Говорю, блок тебе был. Защитника сыграли? Как ты это делаешь, блядь? Удалиться надо. У тебя SSD? Ну да.
А, ну тогда все понятно. Стакнулись печеньку для кошка ебанутая. СДшник сейчас 2,5 стоит. У кого СДшников нету сейчас? У меня. Выбежали сложно. Печеньку перешли. Давайте здесь нормально. Ты прикинешь, что у тебя будет ком загружаться секунду за 10, да? Мне... Да я в курсе, я просто... А все равно скиллуха не будет поспевать за компом. Просто то, что у меня сейчас происходит, у меня такого за всю игру вов не было ни разу такого. Ну, засрал жестко, блядь. Клин мастер, сейчас я почистить там что-то. А SSD можно ставить на ноут? Да, у меня в ноуте тоже есть. Я вообще купил себе SSD-шник сначала на комп, потом мне нужно было ехать домой, взял SSD-шник, взял SSD. Играем, вставляю. Все, вспомните фут. Вы мешаете мне ралли. Вы просто привыкли, что мы идем каким-то сильно сильным рейдом, и типа вообще не нужно людям никаких команд давать, а здесь, как видите, нужно постоянно. Сложно как бы идти. Так, выбежали с этого. А, ну как раз выбежали все, четко. Все по плану. Фига вы крутые, бля. Пошлите дальше. А что это за говно падает, объясните мне? Нормально шмотки, блядь. Не, где на шамана что-нибудь полезет? Не знаю, я утонулся, например. Ой, блядь, это хилбот устанавливает, ужас. Угу. Блядь. Очень мы вообще-то выбиваемся из графика, у нас осталось полчаса, нужно еще раз, два, три. Мы на кого жёлтый. Сейчас идем? На Торима. Зорки, я вообще не умею сейчас СД ставить, не знаю. Это мне хуй стрелять. Ты открутишь просто шлейф, достанешь, поставишь в СД-шник. Сейчас Гудлик начнет откручивать шлейф, понимаешь? Не, ну Гудлик, если совсем дурак, ты в Ютубе зарубил. У тебя же Ютуб, блядь, есть в Беларуси? Или батька заблокировал? Нет, нету. Ну да, все, попадос. Зачем стрим без Ютуба? Не, ну на самом деле очень элементарно там все, ты же не переживай. Да, поэтому ты вряд ли справишься. Хотя, да, Гудлик. Сколько стоит СД? Не знаю, я покупал косаря, ну в Денисе косаря 2 можно купить. Ну коряво какой-нибудь может за 1800. Да. У меня money, но у меня стоит обычный. Белорусских рублях. Ну короче, в долларах баксов 100. Нет, 100 это много, 50. И 50 много. Да не, 50 уже нормально. В мешках как тоже надо считать. А на сколько вы будете ставить? На 128? Зорки, а если ОЗУ 4, то надо компьютер выкидывать? Нет, это нормально. Нормально, для Вовки нормально. Ты понимал, у тебя на Вовке хватит, блин, и 800 тазу. Ага, только сетирусовская Вовка. Я тебе говорю, ты Гудлик, ты поставишь себе это. Ты понимал, тебе на Вовку видеокарта не нужна, потому что она все равно не умеет работать с Вовкой. Ты охуеешь, и только тебе долларан быстро прогружается, все хуйня быстро прогружается. А еще, короче, просто тебе не нужен двухъядерный, потому что, ну, вообще, в целом, больше одного ядра тоже Вовка не особо умеет, вот это вот наш клиент. Ну, слушай, типа там есть люди, которые умели научить, но я там почитал на форуме, не особо понял, куда нужно лезть, и понял, что я лучше не буду этим заниматься. А то научу, блядь, и потом в месяц не буду в Вовку играть. Ты на копии делай, как все программисты. Так я вот именно, я не программист. А кто ты? Я учитель математики. А у тебя уроки как рейды? Да, тактику рассказывает, блядь. Идут потом столовку штурмовать, блядь. На это уравнение такая-то тактика, да? Да, я вообще-то откуда... Вы, ну, типа, знаете, на самом деле, откуда у меня столько голды? Я ставлю оценку ученикам за то, что они фармят на моих персонажах. Мне было круто, если ты был учитель информатики, а не твоих уроков фармят голду, блядь. Так и есть, так и есть. Но они дома фармят. Такая ботов-ферма, да? У тебя в этой четверти а будет... А то, блядь, у Роза кап голды, блядь, по КД, нахуй, теперь понятно откуда, блядь.
Ну да, все правильно. И у тебя будет тройка в этом семестре. Так, подожди, стоп, Лук. HyperX, ты танчил внутри хоть раз? Тогда остаешься тут. Я не бафнул, дрищу, не катался. Так, ну все так же. Все милики остаются сверху. Ну, Липал вот здесь на платформе. Липал и идеальный со мной в комнату. Так, Липал идеальный в комнату, значит, Карась, Донт, Исполин сверху. А можно в центре поставить? Нет, Гудлик, ты или будешь играть, или, ну, типа, я тебе просто не начислил. Не, я же играю, я же не виноват. Ну, а я же не тоже, типа, я не виноват, что, типа, у меня нету игрока. Типа, почему я тебе буду за отсутствие начислять ЕП? И вообще, где вот сейчас? Смотри, а вот я играю на двух, будет мне два ЕП? Нет. Гудлик, где ты есть? К боссу? Ну, давай, да? Быстрее. Так, все, ДКшки остаются, и... А, ну там Валк есть, Валк все подиспелит. Да, Донт, я видел его, в половине рейдов нету. Ой, в половине этого боссов нету. Ну беги, где ты? Ты мне писал, что я ты недалеко. Рыб. Ну все, кушай. Все, пуляю. Третья, четвертая пати внутрь идет. Еще раз рыб. Третий, четвертый. Ты в третий. Never, вагон, помолчи. Как цифры вспоминали. Сколько ДПС будет? Там Донт хилит из идеальной и Розалексию. Розалексия. Ой, хера себе, у меня радар какой крутой. Ты ДБМ включил, поэтому у тебя все ломается. Да, ДБМ и какой-то новый радар, как в КС. Так скрой его, он реально, ну, мешает. Зачем еще явились сюда? Да похи. Если не для того, чтобы убить тебя, их нужно остановить. Сейчас главное, чтобы не завис. Справа перешел. Влево. Зорки, а что ты мага не завел сюда? Да я инту бафнул, дрищу не кадал, все. Тебе надо было поставить следовать за гудлайком. Фокап стоял бы весь бой, да? Я Правда. Бы показал ему, где райд. Ну, сейчас кто-то умрет. Заходите быстрее в эту комнату. Так, все зашли? И особо не бейте, потому что у нас слишком много времени еще. Так, через каст кастуйте в него. Ну, я пока руки беру. Бля, это что мне дали? Так, курьер забрал из ресторана. Охуенно. Кого курьер забрал? Еду. Что, готовишь? Это прикоп. Бля, я так жрать хочу, просто ужас. Так, меньше ДПСа. Купи себе пиво, пельмени. Да, вот нестандартный сегодня рейд. Меньше ДПСа, вот она. Смотрите на дрища ДПС и Гудлика. Да, вот, как Гудлик и дрыщ, старайтесь. Я в тофтки вешаю. Не, у меня просто зависает, поэтому я много не кастую. Ну ничего, много ЭПД тоже не получу. 16. Похер, с пугами скажу. За ЕП. За ЕП, блин, с пугами? Нет, за шмоток. Гудлик ради шмоток играет, Вовка. Ну да, типа, я на X3 в 250-м давал 6к, мне надоело это. Я решил что-нибудь изменить. Так подожди, ты решил, что проблема именно в шмоте? Всех, нет, да. Проблема в том, что я, ну, настолько дебил тогда был. Ты тогда? Типа, почему я в 207... Почему я в 207 сейчас давал больше, чем в 250? Так, давайте палками, да, бить, получается? Да, играть чисто, чтобы чисто... с компанией рейдить, с друзьяшками. Я чисто энг, получается. Ой, дрыщ, тихо, ты что так дамажишь?
Уже секунду. Да, я знаю, ну типа у нас есть 5 минут, так что мы успеваем. О, вам всем конец, хрен ачивочка. Все, она свалила? У тебя берса 3 минуты. В смысле, натуре? Ой, надо разогнаться. 3 минуты на 17 лямов, мы успеем? Дрыщ, аспект. Должны. А в какой там... Кто босса танчится? Я. А похер где стоять, да? Ну, друг от друга дистанцию набрали и стоит. Исполин, отойди от меня. Сам отойди. В моба доиграли? Я не дружу с тобой, отстань. Мильки, левая, правая нога, в середине стойте. Все, они будут тебя хилить. Хиль меня. Блядь. Так, стоп-флот. Валк, Хрипата, Эрасмус, HyperX. Нет, HyperX во мне стоит. Валк, Хрипата, Эрасмус стали под левую ногу. Остальные под правую. У меня сосед пиздит баг, по-моему. Что сосед? Можешь видео показать? Ты прям хотя бы помочь, я слышу просто. Можешь микрофон к стене прислонить? Может, на ебёт, бля? Ну, может быть, кстати, тоже как вариант. В стену? Не, у меня сверху. Головой об пол? Ну, нет, блядь, тут шумоизоляция, блядь, говно, блядь, с обдовывоски, блядь, дом, ты чё? Деревянные полы? Ну, почти, блядь. Ну, завтра свидетелями будешь, получается. Просверлю, блядь, высуну. Да не, блядь, слушай, а ты послушай, типа. Ну, прислушайся, возможно, реально ей нужна помощь. Вы... Или ему. Сакру и кинешь. Геро там, блядь. Бинтами потом похилишь, блядь. Пацаны, не успеваем. Кстати, а что у вас вообще за ДБ? У меня вот пишет Берсерк. Да не, блин, мы успеваем, блядь, куда это? Может, Геру, типа? После пола от моего Берса. А, после пола, понял. Берсерк через 3 минуты. Давай, Годлик. Сейчас я посмотрю, сколько я надамажил. Нормально надамажил. О, а чё он Берсе интересно делает? Давайте подождём, посмотрим. Годлик, ты ниже ретриков, так. Не может быть такого. Я больше не дам тебе повестку, недостоин. Ты еще будешь купаться, да? Пиздец. Придержите мечи. Я остаюсь. Дрыщ. Ой, Гудлик, смотри, где ты. Топ 10, алло. Флэш. Ретрик. Что? Пошлите дальше, не стойте на месте. Топ ДПС 12К, 14К, 18К, блядь. Конечно, блядь. Он ДПС чужой, короче, просто говорит, типа, он скидывает. Такс. Не, ну если ты слепой не видишь, то это твои проблемы. Я вижу сейчас. А на кого следующего? На Фрейдем? Так, при чем тут сейчас? А я тебе только что линканул, Дайси, это по боссу. Вон, я тебе линканул. Прям сразу перед твоим сообщением. Ой, кстати, что упало там? Ты этот... Ух, я хорошего. Не, ну там только три не норм. А что за три не, подожди. Так, Трыщ, брат, ты тут? Мне нужен твой бан. Ой, если нет ринку, плюс я не упал, заебись. Так, Дрыщ или Гудлик, забаньте звездочку. Быстренько. Дрыщ, забань звездочку. Дон, ты ж можешь нас поделить, да, если я вдруг под Трэш чистить? Я не забанил. Только смотри, не разбань. Дрыщ, ты что, меня копируешь, что ли? Почему ты не добавляешь? Говно. А какой трини мы говорили? Тут трини никакой нету. Да, наверное, нет. Реально, что-то долго с древними. Снимите не... корни, потому что я не могу его убить. Токен нужен кому-нибудь ДКшный? Мне не нужен. Токен? Пугам нужен. Друидовский. ДКшный. Ну, разбойник, токен, рыцарь смерти, маг, друид. Если не нужен, я возьму. Ну, дай обмен Гиеру.
А, что там дракон тусует? Он на пульте у меня. Кто такой дракон? Да я не знаю, хранитель жизни какой-то дракон. Благодарю. Хранительного твоей жизни. И как раз мус упал. Так, разберитесь с ним. Так что, мы в хэме или в обычке идем? Гудлик, звездочку. Да, сейчас зачистим трэш, там подумаем. Я не знаю, у нас ДПС хватит на хэм? Ого, по идее хватит. Танк, вагон. Там в упор можно не подбегать здесь еще. Я не в упор, мне просто тап не нажал, мне сразу ты просто если, ну, не умеешь срать, намучай жопу. Зато я свою задачу выполнил. Сдох первым? Нет, забанят. Это был план минимум, типа? Да. Хоть где-то первый, да? Цель была поставлена, цель была выполнена. Гудлик сильный плеер. Видел бы ты моего вара, блядь. Просто в шоке, блядь. Здорово. Ты, блядь, ты им уже 3 месяца, блядь, в прижанку хочешь сходить, ты так не сходишь. Он сходил. Я сходил, я. Но мы сегодня с пугами гнева не убили. Пацаны, ну, сами ретрики, сами срываете. Вставайте, бегите. А, так это гроза просто была. Не отбежали. Это не гроза. Что это убило? Там яда было много на всех. А, плюнул вас. Ну, блин, видите, врываетесь, пока я еще не готов. Кстати, я не знаю, упало как-то агро, они, походу, починили снова печать у протика. Потому что ВАУЕ теперь не так держит, как раньше. Блядь, ебаный этот тип на... Как его? Миюри? Миюри или как там? Бля, так хорошо было на протике, когда, ну, типа, да, на ретрике был завышенный ДПС от АОЕшки, так на протике как агро держалось. Я с повиновения вообще не танчу, я даже угол с талантом, я через стаб все проклацаю. Там, если дамаг нормально, там сорвут за 1 секунду. А без повиновения нет. Как не сорвут? На протике надо с двуручкой играть просто. Нет, я просто думаю, как ты танчишь трэш без повиновения? Печать мучений через стаб, клацу быстро, и все. Бах-бах-бах-бах-бах-бах, вот так все зажимаем, нормально. Понял, понял, нормально. Ну все, так и запишем. Срывает агро, потому что... Ну да, да, без повиновения еще хуже. Ты с повиновением, типа, на костер больше дашь ДПС в трэш. И с молотом агро. Нормальный дамагер, он даже не заметит этого косаря твоего, он сорвет агро вообще просто нахуй. Я говорю, что заметит. А смущение, если ты быстренько раздашь там за 3 секунды, то более-менее. Ну, ты же понимаешь, как смущение работает? Я понимаю, да. Ну, вот как? Через стаб быстро... Ну, там не-не-не, как оно работает? Цели, на 2 цели постоянно через стаб прокладываешь. Говорю, как смущение работает? На стаб, когда оно начинает наносить урон? Когда 5 стаков. Да, вот. Ну, тебе нужно 5 мобов, условно, по 5 стаков. У тебя автоатака, ну вот у меня медленная пушка, там, у тебя пускай быстрая пушка, 1.5. То есть на каждого моба тебе нужно по 5 секунд, чтобы набрать агро на всех мобах. А как ты будешь поддерживать ее? Нару. Смотри, тебе молотом правильника ты на 2 цели вешаешь. Где-то щитом бахнул, где-то тем этим лужу разлил. Я понял, как ты на всех по 5 стаков наберешь? Через стаб. Ну ладно, танчи, как знаешь. Да. Ну, просто нормально, ну, ебошеры, а ты не удержишь агро. Ну, я удержу. С молотом Наруто удержишь. Ну, я же вот удерживаю сейчас, у нас еще нет нормальных ебошеров. Бежаешь всех. Кого, нормальных ебошеров? Да, молодец.
А, ну молоток вроде что не бьет. Или это в Т10? Не, это в Т10. Молотан, в Т4 щиточек. Ну, дрыщ, 20 очка ДПС. Все. Щиточек это от двух, от четырех я не знаю что. От четырех там стаки, которые уклонение, парирование бустят. А потом в АОЕ, по-моему, снижают наносимый противниками урон. Т5, что это Т5, блин? Не, блядь, Т5 супер кайфовый. Да, Швагер урока, блядь. Сейчас Т4 не собрали уже Т5. Что происходит? Женщину урока собрали. Что происходит, блядь? На нас напали. Блять, ну почему за меня это? Упали. Почему за меня это? Ты что, в доту играешь, блядь? Лежите, сейчас ему срез дадут. Кто привел фен? Кто фрейс агрил? Да, если осуждаем, пиздец. Карась, снимешь диван, дашь ему срез. Я понял. Зорки, где там твой этот? Лежите. Меня пили в начале комнаты. Лазером убило. Так, Склешня, где ты там умираешь? Быстрее. Убежать рассчитывает. Да куда убежать? Да, у меня и бежит от мобов не сидеть. Все, снимай диван, Масрез. Только отойди в сторону. Да, нормально. Все, давай, Масрез. Какая полезная штука, Масрез. Например, лазер у нас, правильно? А мы сейчас еще с фулл хп встанем уже. Думаешь? Ого. Да, Масрез с фулл хп рез. Ну там типа 90%. 50 в скобочках. А, ну значит фулл мана, типа. Слушай, новая 9% в скобочках. Не, у меня фулл мана, вот посмотри, типа я резнулся, у меня фулл мана. Ну там сколько это мана просто дается. А у тебя мана мало, 5000 ман дается. Знаешь еще что удобно? Мы все в одной точке, блять, на везок себе так после каждой разбежки бы обратно так хоп и все. Зорки работают. Такой маст БР. Там подвесочка лежит в мобе на танка. Круто. У нас Мимирон Лаз же, да, или нет? Что? Мимирон Лаз. Мы же с Ухайми убьем же, блин. Вы не факт. Что не факт? Мы, блядь, пару КД назад его убили раньше, чем этот зеленый появился, блядь. Ты о чем вообще? Вы сейчас о чем? Я пропустил. А, о Везексе. Везекса убьем. Ну просто сейчас перегоним людей там, вот типа. Вот с ДКшки на ШПшку. Может быть, с ДКшки на Лока. Посмотрим, типа, может и не надо. Скажите, перейду, не проблема. Ну да, нарезался, возможно, надо будет. Угу. Так, все, все отпились, все отъелись. Продолжим попытку убить мобов. Как Фрейю сыграли вообще? Да, люди расслабились. Бля, мне хули по-моему драться. Фейп пробежал мимо из-за агро, и все. Это Фейп череду нажал. По мобу. На Калагарне прилетел на Фрейю, да? Ну, апнули просто череду вроде бы. Хорошо. Что это заживается, блядь? Это еще пизже, чем кровочерви. Зорки хили, люб. Чехи. Злонер. Я встал, а ну не врывайтесь, я сначала наколдую на них своего волшебства. Мне почти не нужно. Все, можете этот бить. Да нет. Просто поставить, чтобы двойной молоток дать и все. Бля. Этот, я сейчас тут курьера приму в момент. Я сказал, как мент с наркотой. Ну да. Оперативник, блядь. Сидит в пазике, блядь, ультвар хилит, нахуй. Блядь, сопласи, блядь. Карась. Ща прибегу в Агабы, тубаф не убегу. Это не карась, в смысле карась. Это не карась, блядь. Бля, подойди. В смысле, карась. А, ну ладно, он же голоса, они же братья какая-то тут. Как-то тут.
Так, стойте, подождите, я думаю, а у нас, блин, HyperX соло не протанчит, а если я буду не в ретрике, у нас не хватит ДПС. Хватит у нас ДПС, что ты за это переживаешь? Подожди, Хайпер, а у тебя ДД, ДД спек есть? Так есть у него, нормально ДД. Спеклись в ДД. Я потанчу соло. Да, нормально, спеклись. Ради вот этого надо играть. Вовбро, покажи им, что такое клип. А, Клещ не пошел там курьеров принимать, ладно. Че-то в голос, блядь, пиздец. Ксорки, подведи мага, может ты мага тут побьешь сначала. Поставьте, что там самонит. У меня умрет кто-то. Не, маг там стоит, мог прибежать. Маг упал. Что здесь напало? Сейчас посмотри, что напало тут падается. Гудли, что там вовбро? Сильный? Сильный. Сколько ДПС? Да дохуя, блядь, 1015. Неплохо. А, ну плащ падает с временем. Все, короче, давайте этот. Ну, блин, просто ударь босса два раза, автоатака, и все будет. Плащ по ролу? Все, давай. Так, все, все тут, да? 239 тут все еще за ГП. Ага. Плащ здесь нет 39-го плаща. С фрей, крит там какая-то. Там нет 39-го плаща. Крит МП5 плащ. Собрание. Это хуета, нет? Ну так мне похуй на хули пало тут. Так, я ладно, хули... кого там, кто там не принял, я не увидел. Клешни и Розалекс и Клешни, похуй, значит. Все, поехали, пуляю. Фейп, ну ты вообще, конечно. На хэпала с хостой лучше. Дистанцию набрали друг от друга? Кто на маунтах сидит, тот крутой. HyperX бомжей. Блин, а я другом, оказывается. Окей, хрипатый бомжей стал. Ой, фаер шоу началось. Выбежали. Дерево сзади. Дерево сыграли? Быстро. Свичнули все. Что-то нам. Больно нам. А хочется что на обычку проходить. Да, блядь, полная хуйня. Давайте упадем и быстрее обычку пройдем. Отошли, дали диван кого-то. Да зачем у нас КД на всех? На масрез. Да, да. Пизду, блядь. Спасу тебя. Сложный босс. Берегитесь. Я тебе оператором. Но, по-моему, где-то в кого-то сейчас напулили, не в того. Почему Хайпер умер в секунду? Хила напулили, походу. Донт, он не танк. Он не танк. При этом у него нет каких-то спулов, которые дали бы быстрое большое агро. Нет, в него напулили. Дайся, ты в него напулил, да? Умирайте! Дайся. Нет, ну бля, я не знаю, а что, как они сразу на него пошли и шотнули? Как только я сказал бомжей дать. Да. Не, в чем прикол, у него даже вон, по спалам посмотри, у него нет массух в ударах, как бы. Все, стали побежали. Там можно сделать. Сама прошла, что ли? О, шаман стал. Кстати, после этого ульдуара пойдем в Каржан. Куда? Мы, кстати, в Накс десятку поверить. Да, погнали, Накс разъебем нахуй. Посмотрим, может пойдем. А может давайте в свободный день там завтра. Может в ульду в десятку. Подождите, а почему у меня нет телепорта? Потому что бой, блядь, на ком-то. Пиздец, выходите там далеко. Исполин босс убивает. Далеко налево отходите, вот сюда, не спускайтесь, а то выйдется. Подождите, у меня вообще нету телепортов. Да, у всех одна строчка. Ну, у вас инст обновился, по новой идем. Больше. А, нет, все нормально. Больше фрея. Оранжерея в жизни. Капец, фрея душная стала, а? Страшно. Подошло спинку. Роза, дай Эйджиса, пожалуйста. Давай. Стакайтесь, если сейчас деревня, будем здесь убивать его. Капец, Дон там, да, блядь, что? Его убили, он стал, его убили, он опять стал. Машина. Слушай, а нехило так куда падает? Да вы рофлите, а что это такое, блядь? Дерево. Здесь порезь.
Зоркий речь. Кстати, снова донт спойлил. Я доволен. Джон земли. Ебать. Рос, бафни эту хуйню на агро. Да, надо. Да, блядь, ниндзя пулы заебали. Повиновение поменяй. Понимаю. Ниндзя. Ну что это за рога плешь? Твинк? Чей-то? Конкурент. А, нет, это не то. Отражалка, осторожно. Ты сади за ним, блядь, тоже. За всем, тоже списочек все возьми, за кем следишь. Да-да-да, 209-й должен 9к давать минимум. Не, ну шутки-шутками, 209-й можно было мутики, там, Накси, Сеньору точно дать. Ну, так я в курсе, он лок и мутик. Они там до хера дают. Так он ПВП-шмотик. Это от маски, да? Без разницы. Понял. Куда ты его ведешь? Меня он шотнул. О, понял. Топа танчит. Да добивайте так. Слушай, я жестко. Идян, дай бомжи, мне. Бомжи, дай. Нет, нет, это Ян Дебер. Сейчас умру тоже. А жестко, как он у меня... А, слушай, да. Нужно сбивать каст, потому что он там на 320 увеличивает урон, 2 удара, шот. Он сбивает сразу? Ну, наверное, я не знаю. Типа, я не ожидал такого такой смерти. Где Вов, бро? Леснули Вов, бро. Диера? Где ты встал? Я показал, что у Диера 250 левел. Все, да, Леса, не надо вставать. Я нашел твой труп. Блядь. Хоп на Найна, не получилось. Зорки, сколько у тебя токенов на маге? Ну, считай один. Зорки, сколько у тебя... Сотрю. Зорки, сколько у тебя ДПС? Гудлик себе просто список ведет. 3700. Ну, ты не попадаешь в этот список. Ты записал? 3700, еще нормально. Правильно забыл, что нет. Да, вроде есть. Гудлик только внешних игроков. Да записал. Я в стане стою. Прохильте меня, прохильте. Че ты так прошибаешь? Ты в ретрике, что ли? Нет, в стане стоял. Топ-1 бежит пересидеть. А он там под станом прошибает вообще миллион. Там урон на мне на по 40к ДПС дотка висит. Жесткая хрень. Ну я иногда догоняю Айну, но как это получается? Зорки, нажми следовать за мной. Кропли, значит. Нажимаю. Дотка наносит один раз в секунду 37 единиц физического урона. Что? Зорки, ну, 37 зорки, тысяч имеется в виду. А-а-а. Ну ладно. Бля, слушай, не так уж и долго эти деревья убивать. Чё, мы их да нет, сразу? Деревья не долго убивать, да просто ХМ быстрее идет. По таймингу. По какому таймингу? Ну, типа, мобы выходят быстрее в хэме, чем в обычке. В обычке просто долго стоять приходится из-за этой хуйни. Мне кажется, я буду долго стоять, потому что у них в два раза меньше хп. Потому что ты их быстрее заливаешь. А ты быстрее заливаешь, и они быстрее выходят в хэме. Я вообще не уверен в этом. Ну, можно потестить. Ну, хоть десятку за днём потестим. Не проблема. Хрипатова забанили, походу. А все в бою, да? Дир где-то повесил бой на себя. Дир где-то повесил бой. Не знаю, я вон... Сам... Это Айнон тут живца убивает. Стоял в живце, кастовал, а там... Не живца, там корни были. Я понял, там моб был за Дрищ, хватит падать. Хера себе, да. Наверх хватит падать. А вы это, ну, типа тактики не помните, что с лучей нам выбегать, все такое. Даже когда я сказал об этом. Не было луча. А солнечная вспышка это что такое? Это луч. Он ваншот это, блять, 18 тысяч. Я просто только что и шел и резко умер. Я а ничего не видим. Что за невидимые лучи тогда, блять? Солнечная вспышка и 18 тысяч, я в столбе не стоял.
Я вообще около входа в оранжерею был. Шел и умер. Инфаркт, ебать. Шел, упал, очнулся, мертв. Не, серьезно, это какие-то невидимые вспышки. Да, 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 да. Я у статума стоял, у чата не был. Просто умер, блин. Страшно жить получается. Ну да, пиздец, блядь. Ну блин, а следующее, когда все пойдем мейнами? В пизду, что-то сильно долго у нас все происходит. А тут не работает эта штука с худовара, этот свисток, который переносит всех на блин. Что это за свисток? Там блин. Какая-то хрень дается, которая группу переносит на какую-то дичь. Да. А я вообще не знаю, что это такое. Дрель это, да, который вылазит? Буры. Да, ну нормально. Тебя вот те, в принципе, так, бур нужно кликнуть, чтобы тебя перенесли. Да, 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 да. Ну, в земле дыр появляется, это пиздут, это не так еще. Пугарейд ее ставят теперь постоянно. Ой. Это как символ победы. Труп босса. Символ победы чего, типа? Бан над разумом? Ну, чтобы босса победить, надо поставить эту хрень. Понятно. Ну, как раньше молитву надо было читать перед боссом. Кстати, странная хрень, ставить. У нас все кастеры почему-то умерли. Ну, потому что хп меньше, чем 17, умираешь. Жесткий древень. Давно мы его не били. Давайте вставать так, быстрее. А мастрес есть. А не КД еще? Так он нас не пускал. Норки резни, да. Уже 1250 ОД. Кто там говорил, что мало? У меня КД может резнить, кстати. 5000. Раз это много? Ну, кто-то говорил, что очень мало. Но это нихуя не очень мало.